Ребят, привет. Есть новости, которые вы должны знать. Я уже забронировал билеты. В сентябре я буду в Стамбуле. Поэтому те, кто меня спрашивал о моем личном ассистировании, о помощи вам в прорисовке тоже линии роста волос, имейте в виду, что я буду один месяц в Стамбуле, только сентябрь. Целый сентябрь, надеюсь, что это будет так. Причем сразу вам скажу еще о том, что у меня есть планы прочекать некоторые новые клиники, потому я не смогу вас по желанию сопровождать каждый день. Если кому-то нужно мое ассистирование, моя помощь, давайте будем планировать и бронировать даты заранее, потому что может получиться так, что когда я буду в Стамбуле, какие-то дни, когда у вас операции, я могу быть занят. Поэтому имейте в виду. Вот такие вот новости. Поэтому делюсь с вами о том еще раз, что в сентябре я буду в Стамбуле.